Если я спрошу у вас, кого Бог в Библии назвал мужем по сердцу своему? Давида. Вы, конечно же, вспомните великого полководца, мудрого царя, превосходного музыканта. В начале своего жизненного пути Давид был простым пастухом. У него было много времени, он выполнял свою работу слаженно, добросердечно. У него было время для того, чтобы он размышлял над тем, что посылает ему Небесный Отец. И эти размышления непрестанно давал жизнь и смысл сам Господь. Когда взираю я на небеса твои, дело твоих перстов, на луну и звезды, которые ты поставил, то что есть человек, что ты помнишь его, и сын человеческий, что ты посещаешь его. Немного ты умолил его пред ангелами, славою и честью увенчал его. Псалом 8, наше следующее произведение.